Девочки тоже играют в футбол и делают в этом виде спорта большие успехи. Пример тому Елизавета Федорова, воспитанница детско-юношеской спортивной школы «Аль» села Янтиково, которая выступает в сборной Чувашии. 12-летняя Елизавета, несмотря на свой юный возраст, делает большие успехи в футболе. Этим видом спорта в свое время занимался ее отец, что и послужило примером для девочки. Главное в футболе, что когда ты играешь, нужно думать только о футболе, и ничего не должно быть в голове. За спиной Лизы много игр, побед и забитых голов. Но одна игра запомнилась ей на всю жизнь. Это было в Чебоксарах на стадионе Олимпийский. Я пнула со середины поля и вдруг забила гол. Большую роль в жизни каждого спортсмена играет тренер. Тот, который всем сердцем верит в своих подопечных и радуется за их победы, как за свои. Спорт, в первую очередь, закаляет, воспитывает где-то. В спорте появляются знакомые, общение, много друзей появляется. Вот. Меньше на телефонах сидят, как я думаю, потому что приходят на тренировки, у меня дети говорят, а можно еще останемся, можно поиграем. Я, получается, если есть свободное время, играем больше, дополнительно занимаемся. Прививает любовь к спорту Сергей Михайлов и своим детям. Обе дочери у него занимаются ходьбой, а младшая, так же, как и отец, любит футбол. Милена Алексеева, Юлия Дюкова, Николай Скворцов, Республика.